Добрый день! В этом видео мы будем управлять вентилятором с помощью своего мозга. Когда мы закрываем глаза, меняется его активность, и эти изменения мы будем регистрировать с помощью модуля EEG Bitronics. Кроме него нам понадобится Arduino, кабель USB, макетная плата, клейкий электрод, ободок с электродами для EEG, кабель для его подключения к модулю EEG, 7 соединительных проводов штекер-штекер, а также вентилятор. Сначала вставим в макетную плату ножки питания и выхода модуля EEG, и через гнезда макетной платы подключим соединительные провода к модулю. Черный провод соединим с ножкой минус модуля, а красный с ножкой плюс. Эти провода будем использовать для питания модуля. По оранжевому проводу будут передаваться данные. Его подсоединим к ножке out модуля EEG. Затем вставим G-образный штекер кабеля EEG в разъем на модуле EEG. Возьмем плату Arduino и подключим к ней модуль EEG. Красный провод вставим в гнездо 5 вольт на плате Arduino, а черный в гнездо GND. Оранжевый провод соединим с гнездом аналогового порта A0. Вставим в гнезда макетной платы вентилятор. Один конец синего провода подключим к гнезду GND вентилятора, а второй к гнезду GND модуля EEG. Зеленым проводом соединим ножку VCC вентилятора и ножку плюс модуля EEG. Фиолетовый провод подключим к ножке ENA вентилятора и соединим ее с гнездом цифрового порта D13 на плате Arduino. Аналогично серым проводом соединим ножку ANB вентилятора и ножку GND модуля EEG. Возьмем ободок для снятия EEG и подключим опорный электрод к синей головке. В разъем на ободке вставим свободный прямой штекер соединительного кабеля. Закрепите ободок на голове так, чтобы электроды располагались на затылке. Свободные концы ремешка соедините на лбу, но не затягивайте сильно ободок, поскольку это может привести к неприятным ощущениям. Опорный электрод приклейте за ухом над костью черепа. Далее подключите в разъем для внешнего питания на плате Arduino колодку для батарейки Крона, а затем подключите батарейку колодки. На плате Arduino и модуле EMG и EKG должны загореться светодиоды. После этого подключим к плате Arduino кабель USB и с его помощью соединим установку с компьютером. Откроем скетч Redwing EEG в среде Arduino IDE. В меню «Инструменты» проверим, что плата Arduino правильно определилась компьютером. После чего нажмем на кнопку «Загрузить». Скетч скомпилируется и загрузится в память Arduino. По окончании загрузки в нижней части окна появится сообщение. После загрузки скетча Arduino автоматически перезагрузится, и наша установка будет готова к работе. Когда мы закрываем глаза, в затылочной доле головного мозга через некоторое время ярко проявляется альфа-ритм.
колебания электрической активности мозга частотой 8-14 Гц. Ардуино отслеживает его появление и запускает вентилятор. Если глаза открыть, то ЭЭГ десинхронизуется, альфа-ритм пропадает и вентилятор останавливается. На этом мы завершаем описание вентилятора, управляемого ЭЭГ. Подробные инструкции и скетчи вы сможете найти на сайте Bitronix.